Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о гидротермографе Xiaomi Midge Bluetooth, а по-простому о температурно-влажностном датчике. Пока я его распаковываю, расскажу вам, для чего он предназначен. И не забудьте подписаться на канал, здесь много интересных и быстрых обзоров. Пришел данный девайс, как вы видите, в мягком пакете. Упакован не особо добротно, отчего его упаковка слегка помята. Работает он от одной батареи формата А3. Гаджет проработает целый год, а когда придет время менять аккумулятор, на дисплее высветится специальный датчик. В комплекте батарейка не входит. Инструкция на китайском языке. Для крепления устройства не нужны гвозди и молоток, достаточно снять защитную пленку и прикрепить на любой стене. Внутри встроенный, усовершенствованный Sensirion датчик температуры и влажности. Точность температуры 0,1 градусов, точность влажности до 0,1%. Диапазон температур от минус 10 градусов до 60 градусов, диапазон влажности от 0 до 99,9 градуса. По Bluetooth к телефону подключается только если поставить в настройках приложения регион Китай. Язык при этом остается системным. Правда, приложение графиков не строит, так что баловство это, разве что посмотреть показания, находясь в другой комнате. Для отслеживания информации дистанционно датчик нужно подключать к программе Mi Home и иметь соединение Wi-Fi. Но само устройство имеет только Bluetooth. Ранее у Xiaomi нельзя было подключать устройство, которое работает только по Bluetooth в системе умного дома. Но Xiaomi перешла, судя по всему, на новый уровень. Обычно главный блок является связующим звеном между датчиками и смартфоном, поддерживая протоколы ZigBee и Wi-Fi. Но Bluetooth он не имеет, поэтому соединить со смартфоном датчик, который не имеет Wi-Fi модуля, нет возможности. В данной ситуации в роли главного блока выступает любое устройство, поддерживающее и Wi-Fi, и Bluetooth. На данный момент это Xiaomi Mi Smart Home Gateway 2. Кстати, на моем канале есть обзор на этот шлюз. Также можно подключить через камеру и прикроватную лампу Midge. Посмотреть, что еще может выступать Bluetooth шлюзом и подключить датчик к умному дому, можно в программе Mi Home. Профиль, иконка Bluetooth, в верхней части экрана второй ряд. Вес изделия всего 43 грамма. Размер экрана 1,78 дюйма. Датчик активируется сразу после установки батарейки. Цифры на экране довольно крупные, хорошо читаемые. В верхней части индикаторы Bluetooth и заряда батареи. Далее самые крупные цифры, показания температуры и под ними показания влажности. Для получения данных от этого датчика нет необходимости находиться от него в радиусе действия Bluetooth. Эти данные также доступны из любой точки мира, где есть интернет, опять же тем способом, который я ранее вам описывал. Девайс не просто покажет данные, но и поможет регулировать их, подключаясь удаленно к кондиционеру или увлажнителю воздуха, если он у вас есть. Себе я купил его как маленькую домашнюю метеостанцию. Приятно знать, когда необходимо включать увлажнители не по их неточным датчикам, а почему-то более точному и конкретному. Польза.ком рекомендует, на канале еще много полезных обзоров. Подписывайтесь и удачи вам, дорогие друзья!